За дебош в рюмочные 9 лет колонии. Срок дали ранее уже судимому уроженцу Краснодарского края. 32-летний Владимир Бабенко в рюмочный «Гусь Хрустального» потерял мобильник и обвинил в краже местного 26-летнего парня. Ударил его. И даже видя, что парень потерял сознание, продолжал наносить ему побои. Пострадавшего доставили в больницу, где через несколько часов он скончался. Обидчик еще до приезда скорой скрылся, но был задержан в Краснодарском крае. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил. По Владимирской области будет создан аптечный склад. Соответствующее постановление подписала губернатор Светлана Орлова. Складу придадут статус государственного автономного учреждения здравоохранения. Оно будет решать вопросы поставок, хранения и отпуска медикаментов и товаров медицинского назначения, закупаемых за счет средств областного и федерального бюджетов. Создадут аптечный склад на базе областной психиатрической больницы номер 2. Завтра на Нижней и Верхней Дубровах не будет холодной воды. Отключение связано с заменой запорной арматуры на сетях холодного водоснабжения. Воды не будет в 4 домах по Нижней Дуброве и в 6 по Верхней. Отключат ее с 9 до 16 часов. Администрация водоканала приносит жителям свои извинения за временные неудобства.